Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик про слайд. Сегодня в видео мы разберем такую тему, как питомцы. А именно, какой лучше питомец выбирать, что покупать, как прокачивать и так далее. Но перед началом ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита. Я всем желаю приятного просмотра. Но мы погнали к ролику. Итак, давайте начнем с самого начала. То есть, когда вы регистрируетесь и начинаете играть, вам дается вот такая собака. Что это такое собака вообще значит? Собака — это ваши несгораемые кейсы. Нынче это были назывались контейнеры, трусы в простонародье и так далее. То есть, когда вы запускаете скатку, с вами бегает такая собачка. Она как бы ваши несгораемые ячейки, это вот они, видите, 4 штучки. Изначально вам дается 2 штучки, потом вы их прокачиваете, и у вас максимально 4 штучки. Это первая собака, она дается бесплатно. Дальше вы покупаете собаки. То есть вы можете купить Сани, Сириуса, либо Ноя или Элиса. Давайте начнем по порядку. То есть что Сани? Сани у нас стоит 46 миллионов, либо 1200 доната. Изначально она дается на 4 слота или на 6 слотов, если не ошибаюсь. И потом она качается. А если брать Сириуса, то изначально дается также 6 слотов. И вы потихоньку качаете ее. Качаются они вот такими контейнерами, которые на черном рынке стоят 39 миллионов. Что очень дорого. Ну, либо же покупать за донат, за 200 с копейками, там 240 доната стоит. Но опять же, это рублей 300 выходит у вас. Дальше. Что вообще делают эти две собаки? Вот эта собака и следующая. Это чисто ваши несгораемые контейнеры. То есть вы туда положили предметы, которые у вас даже при неудачной катке, они будут оставаться в этом контейнере. Потом вы можете спокойно их перевести. Туда обычно ложат там инжектор, инцы, аптечки, пластины. Те предметы, которые с собой запускаются, и они вам помогают. Потом туда, если находите крипту, ложите туда крипту, там, либо видеокарту, и выносите. То есть вы не можете даже не волноваться, то, что они у вас пропадут. Последнее же обновление добавили еще два питомца. Это Ноя и Элиса. На этом моменте я хочу остановиться, потому что если эти три собаки просто собаки вам, то эти дополнительные функции дают. Давайте начнем с Ноя. Заходим. То есть он дает вам 6 ячеек, 4 класс брони и так далее. Стоит 128 миллионов. Да, дорого, согласен. Ну, либо донатка. А теперь переходим, получается, их функцию. Ной. Как видим, у него есть автопоиск. Что такое автопоиск? Автопоиск — это когда вы нажимаете инвентарь, отпускаете этого питомца, нажимаете ему кнопку запустить, то он автоматически ищет вам предметы, которые вам нужны. У него есть отдельный свой рюкзак, в который он складывает эти предметы. К примеру, возьмем, запускаетесь вы на гору Кьяму, да? Прибегаете на виллу, прям у подхода на второй этаж запускаете Ноя, и он вам в этой области сам ищет ваши предметы. Крипту, видеокарту, либо там дронов. Ну, что вам нужно именно. Ной очень полезен тем людям, которые любят фармить бабки. Ну, то есть, которые не любят фатиться, а именно фармить. К примеру, я вам приведу такой пример. То, что вы запускаетесь голым на гору Кьяму. Ваша задача — добежать до виллы, запустить Ноя. И он вам сам будет искать эти предметы. Потом он возвращается, вы эти предметы из его рюкзака кидаете в несгораемый контейнер. И все. В принципе, вас могут спокойно убивать. И вы выходите там с одной, с двумя, с тремя криптами. То есть это чистый фарм. Это очень полезен, этот питомец. В случае же Элиса, тут уже другой случай. У него есть такой эффект, как автопоиск врага и оглушение. Что это значит? А это значит, что при также наведении, то есть этого Элиза, вы отпускаете его, и он бежит к там врагу, оглушает его. Все вы знаете, как работает оглушающая граната.
И что это значит? Он также оглушает врага, и эти секунды дают вам преимущество, то есть вы можете убить врага. К примеру, приведу пример один. Я, получается, был на горе Киями, зашел наверх, второй этаж, где валяет крипта, и вижу по полоске индикатора то, что ко мне бежит чувак. Я отпускаю этого Эриса, он его оглушает. Я был в четвертом сете, а тот чувак был в шестом сете. То есть он его оглушил, и мне эти секунды дали преимущество, и я убил этого чувака. Так, думаю, вы понимаете, то, что я мог не выжить, потому что шестой сет на топовых патронах, как бы там у меня шансов не было. Опять же, Эрис подходит тем, кто любит фатиться. Очень-очень сильно он помогает. Да, бывает тормозит, то есть задержка у него бывает. Вообще он не бежит, не оглушает и приходит самому. Но в большинстве случаев он очень спасает вас. То есть очень тем, кто любит фатиться, советую вам Эриса. В дальнейшем, да, еще эти два питомца будут улучшаться. Ну, в плане того, что их будет добавлять дополнительные функции. У них также есть и контейнеры, и автопоиск, который вообще бесполезная вещь, потому что катки длятся бесконечности, и вас лут по-любому найдут, и марики, либо слички, поэтому даже не качайте этот пункт автопоиска. Перейдем к следующему. Почему именно остановился на этих двух питомцах я? Изначально я себе купил Элиса, потому что я больше люблю фатиться. И на стримах типа, показывать мало кому интересно, как ты фармишь бабки. Больше экшена интересно. Но в последующем я себе куплю еще и Ноя. То посмотри, как это вообще работает, как он фармит и так далее. Опять же, повторюсь, тех, кто любит фатиться, очень советую, даже рекомендую покупать Элиса. Вы не пожалеете своих денег, покупайте. Тех, кто любит фармить бабки, то покупайте Ноя. Поверьте, он свои бабки окупит. Думаю, рассказал, показал, что это значит, как работают все питомцы. Думаю, можно на этом заканчивать. Ставим лайки, дизлайки, ну и подписывайтесь на канал.